Сегодня у нас обзор вот такой вот музыкальной свечки с Алиэкспресс. Пришла она в таком вот виде, но была еще завернута. Такая помятая коробочка. Знаменитая свечка, которую зажигаешь, потом вот так открывается. Сейчас попробуем, рабочая ли она у нас. Вам покажем. Такая вот свечка, никаких повреждений видимых нет. Она должна открыться и все свечки загорятся. Мы ее воткнем вместо торта в песочек. Кинетический. Вот так вот, да? У нас пусть будет тортик. И сейчас посмотрим. Зажгем. И посмотрим, что у нас получится. Это вам надо держать? Нет, не надо. Ты вот так коробок держи. Сильно держи. Ой. Зажигаем. И смотрим. Почему? И вот так у нас классно получилось. Ну, мне кажется, она как будто бы еще должна крутиться. Или нет? Оригинал. По-моему, должен вот так еще крутиться. Может, дадут, что за надо? Ну, пусть пока музыка играет. Вот такая классная штука. Мы задаем. Пусть пока горит. Ну, задувай, если хочешь. Задувай. Я делаю, чтобы они глазали. Интересно, насколько этой музыки хватит. Ну, давай тушить будем. Некоторые свечки уже, потому что... Свечки, конечно, малюсенькие, некоторые уже сразу прямо сгорели. В таких подставочках. Ничего, ну полет. Мне кажется, она должна еще вот так вот крутиться. Давай сейчас зажмем. Оригинал. Это не китайский, если. Давай еще зажмем. Все, она больше уже не будет открываться. Чем она же одноразовая. Ну, теперь будем знать, что у этого продавца можно заказывать. Пришла целая. А можно закрыть? Если на нее нажать, он закрывается. Смотри, нажимаешь, цветок закрывается. Он уже держаться не будет, они здесь за петельки держали. В общем, вот такая на день рождения детям будет интересно. Ну, поначалу, конечно, страшновато такой огонь, да, только в присутствии взрослых. Детям одним ни в коем случае нельзя. А за что держаешь петельки?